Девочки, добрый день. У нас сегодня 8 декабря. Мы готовим кушать. 8 декабря день рождения у мужа моего. И я потихоньку двигаюсь. Картошку вот поставила. Так. Заляпано, да? Смысл мыть постоянно, да? Горячая, да, сыночек? Уточка. Мы сначала ее варим. Уточка белая. Муж говорит, что белая должна быть вкусная. Ну, они там отличаются как-то. Краснодарская. Это я вспомнила, я даже не разморозила, потому что утку мы размораживали вчера с вечера. Соответственно, она разморозилась хорошо. Мягкая. А это я достала только в микроволновке. Так, чуток. Это курица, мясо курицы для салата. Грибная поляна. Наш любимый праздничный салат. Чувствую себя плохо. Вот так. Хожу более-менее. Передвигаю ноги. Передвигаю руки. Да. Уборки. Целый дом. Это я сушу, что обоссал Захар. К батарее положила. Сыночек, садись на горшок. Поехал он. Мне еще надо... Думаю, маску сделать и волосы надо помыть. Так что вот так вот. Хотела спросить, а чем занимаетесь вы? Но это же не прямой эфир. Тут не спросишь. Я думаю, наверное, Захару день рождения мы не будем отвечать. Не получается у нас. Это рукав будем делать. Он решил делать в рукаве утку свою. Стирается. Ну, я постельное белье закинула. Что еще в магазин идти? Так, батон на стол. Укроп. Антон, у нас мало времени. Этот для бутербродов вот такой вот выбрали. Дальше бананы. Брюс, ну что ты тут стоишь? Сыр. Дальше салфетки. У нас, оказывается, салфеток нет. Майонез. Это такой виноград крупный взяла, ну, для гостей. Забыла лимон, кстати, и это огурчики. Лимон забыла, и имбирь взять. Это помидоры черри. Вот они, разноцветные. Тоже у нас стол. Это сливочное масло для бутербродов. Это Захаркина игрушка. Это мандарины. Это картошка и сметана соус делать. Все, надо. Очень мало времени осталось. У него вообще понимаете? А в садик вы будете покупать конфеты? Смешно, да? Сами оденете. Давай, пойдем. Сейчас бабушка придет. Давай, одевайся. Давай, баб, пойдем. Пошли. Бабушку встречать пойдем. Куда ты? Положи. Куда ты их набираешь? Одну бери, что одну. Одну. Он ест? Ну, должен. Ну, бери. Кушай, кушай, кушай. Кушай, кушай. Можно, кушай. Захар. Подушки на место. Видишь, дедушка уходит. Дед ушел. Все остыло. Шестрянь. Жиздрянь. Живодристи. Жук на вас. Так и не сфоткаешь. Красота. Сейчас случилось, видишь? Сейчас
хоть смотрят. Иногда поглядывают. Так, куда полезть-то? Да, сняла. Ну как, образец буквы, еще раз повтор пунктиром, ты просто обводишь, а потом сам. Сам. Ну как, еще раньше не так было? Как? Ну вот. Вот у Наташи на прописи. Уже у нас, помню, одинаково, что ее прописи я находил. Одинаково. Слива со съемкой идет. Уходила отсюда. Съемка идет. Только включила. Было раньше. Ну, есть-то хочется, но тоже. Привет. Маленький был. Кровать, конечно, стояла в этом, в спальне у вас. Ну, я был маленький, я вот так лежу, помню, ну, ничего, что могу не вылезти. Я уже помню, что стук сердца. На горшок, на горшок. Как поезд. Что, ну, лежишь, она уже вот. Вот, вот так вот. Сколько, мама, вот это, сколько платить за год? Первому курсу? 54, по-моему. 54. Первый курс 54, а потом? Или... Да вот какая-то ерунда у нас, короче, цена поднималась на 4000 год. И вот, по-моему... Такое бывает, у нас тоже в институте так было. Нет, был не 54, было 56, потом будет, наверное, где-то в районе 60, а потом процесс, такое-то, такое-то образование, а студентам из авиации не беспокоит. Так. Так что... 50-60 тысяч. Вот у нее было 56 первый год. 54. Заводу зажарять. Что? На что? На фармацевт. На холодную воду уже все. Если не какую-то химию надо обучение, ладно? Ну, я, знаете, я тоже химию не особо. Для этого... Да, для этого... Там все начинается с нуля. Потом репетиторы на это есть. Химия начинается с нуля. Да, же, как с 8 класса. Да, первый день вы садитесь, вам показывают, что такое таблица Менделеева. Все, так что там все с нуля. Да, да. Они говорят, вот отучать и этот, ничего не приносить. Мать начинает, тоже ничего не ест, начинает банан давать, вот это ничего. Медсестру специально вызвали на собрание, да? У нас же поругались же мы в этом. А мы не в той группе начали ругаться. Группа для воспитательницы. А у нас есть отдельно для родителей. Не в ту. Воспитательница показала медсестре. Медсестра пришла. Я вас прошу, пожалуйста, не нужно объяснять это. Выяснять все отношения со мной. А что с тобой выяснять, если... Тебе... Я ей говорю. А я же знаю. Ну, вот вифероном вообще есть смысл мазать? Нет. А потом в конце там проходит там минут 5. Ну что-нибудь делайте, мажьте нос там. И тут же, короче, самое, в общем. Бактерицидную лампу хотели повесить. Она нельзя, не разрешила, потому что только наши, нужны документы на них, в общем. Эту не разрешила свою припереть. Мы хотели купить всей группой. Три с чем-то она. Садик утром. Проснулись, это следующий день. Забираю, ну вот, Захаркины тапочки, еще кроксы у него сменные, он же писается и вот эти обсыкивают. Я их постирала. Бабушку просила приобрести нам маечки и колготки в садик. Вот на 4 штуки купила. В общем, ценник прилип.
Давай, сынок, покажем маечки новые. Их стирать я буду. Однозначно, то, что сильная нательная. Вот такая у Захара, когда он был маленький, у него была такая с вышивкой. Вообще это как бы лето, на лето считается. Такая вот. Еще надо. Написано хлопок. Странно, такой тонкий хлопок. Так я вот думаю. Одни оставлю дома. Вот. А эти отнесу в сад. Да, сыночек? А это стирать будем. Маечки. Одеваться давай по чуть-чуть. Потихоньку в садик пойдем уже. Да, самый раз такие. Классные, хорошие такие. Захаркин размер должен быть. Кто что-то шьет, наверное, опять очередной Узбекистан какой-нибудь. Не пишет. Потому что как раз-таки в Узбекистане и растет хлопок. Папа, откуда мой родом? Он из Шымкентской области. Города Джетусай, с Казахстана. Там у них хлопок как раз они и выращивали. Да. Отвела Захарку. Налила себе вино. Вчера не пила. Очень плохо себя чувствовала. Ну, что толку сейчас хлебнула, а она этот. И пчихать начала. Это уже первый признак аллергии. Оливки. Зеленые и черные. Черные, конечно, лучше поели. Зеленые они просто терпкие очень. Какие-то вот эти. Мочи прошел. Вино очень терпкое, очень какое-то спиртовое. Мне нравится. Новые бокалы просто хочу испробовать. Видите, вот для вина у них выем такие вот наклоны. Чтоб удобно было пить. Как шампанское игристое. Я не люблю вино, должно, оно, там не должен чувствоваться спирт. На то оно и вино. Теперь зелененькие даже вкуснее, чем черненькие. Они вот эти какие-то, как трава. Давайте, дорогие. Так, нет, вот сюда, наверное, надо. С наступающим, девочки. Ой, сразу теплота пошла по телу. Ну, значит, наверное, что-то на меня повлияло, раз я сижу, пью сам на сам. Наверное. В общем, девочки, я уже покушала салат с картошкой. Ну, это мой обед. Рановато, правда, всего 11 часов. Ну, почему? Потому что меня стало тошнить после вина. Мне всегда, в принципе, всегда, когда я выпью пиво, вино, шампанское, у меня начинает болеть голова, в моем случае лицо особенно, и мне начинает тошнить, мне становится дурно, помимо опьянения. В общем, почитав сейчас много информации, и как я в начале видео сказала, что чихание, или не говорила, я, может быть, сама с собой разговаривала. Я когда выпиваю, я начинаю чихать. Будь то пиво, будь то любой напиток. В общем, это говорит об аллергии на алкоголь. Я тоже давно уже об этом догадывалась, просто не изучала эту тему и поняла, что да. Значит, сначала ты чихаешь, последующая реакция, это выпил, например, там рюмку или бокал, то тошнит сразу. Тошнит сразу не должно. Так что вот так вот. Добро пожаловать в клуб непьющих людей. Сейчас
Сейчас буду посуду тут надо убрать. Вино вот это вот. Вино Тамани, Сапирави. Полусладкое. Вот это. Ну, не нравится, не понравилось оно мне. Ну, полусладкое. Сладкое, в общем, мне, видимо, нравится. Ну что ж, буду прибираться чуть-чуть. Захарка снег. Садика, типа, снег они делали. Вот, прибираться. Бокалы, надеюсь, я их донесу в целостности и сохранности. Родители мужу подарили вот такие шоколадки в виде мини-плитки. Вот. Так что, кстати, хорошая. Синтуки целебная, приятная, не такая вообще. Приятно пьется, мягкая. И не пойму, что это, четверка или какая. Очень приятная, очень. Потому что синтуки 17, они очень жгущие. Еще родители принесли вот такие эти попробовать. Лимон. Папа там вируснюк какой-то поймал или простыл. Я еще не пробовала. Я говорю, давайте, говорю, дни рождения отпразднуем, потом я буду пробовать. А то еще начну задыхаться еще чем-нибудь. Как от лимона вот у меня было. Стирку запустила. Все. Кстати, вот я заметила, вот принятие ванны и ежедневные, вот эти практически ежедневные, либо через день стирания, Захар же сытся и обсыкает все на свете. Приводит там, мотается, воды много холодной, наматывается. Пока-пока, девочки. Комментарии. Если вы не будете мне писать комментарии, я не хочу снимать влоги, потому что не надо мне писать в личные сообщения. Я с вами общаюсь на Ютубе, ни в Инстаграм, ни ВКонтакте, ни в Одноклассников, ни на Фейсбуке. На Ютубе я с вами имею контакт, поэтому лучше мне имейте со мной контакт также на Ютубе, это логично. Да, Брюс? Помнила, покажу, что подарили мужу, мама мужу подарила, мама мужа и подарила ему такие духи Hugo Boss оригинал. Вот такие, смотрите, вот такой вот колпачок у них, как фляжечка сделана. Вот. Мне очень понравился аромат, аромат обалденный. Правда, я, конечно, ожидала деньги, так как я привыкла, что обычно деньги дают, наверное, это рассчитывала. Вот она, упаковочка. Hugo Boss. Мне очень понравился. Мне вот этот аромат нравится больше, чем, во-первых, ну я уже просто привыкла, чем Бугард. Вот этот. Всем известный, тоже старый аромат. Многим он нравится, даже женщинам. Ну, он такой, да, привет из 90-х. Так, и, в общем, я хотела сказать, что вот этот мне понравился больше, чем Hugo Boss вот спортивный вот этот. Тоже оригинал вот это. У мужа оригиналы, в отличие от меня, у меня вообще ничего нет. Мисс Джордани, Арифлейм и Эйвон. А у мужа хоть оригинальный парфюм. Да? Да. Ну, вот этот классный. Классный, девочки. Офигенный. Бай-бай.